Бездомная собака упала в бурную реку и едва не погибла, но когда уже казалось, что надежда потеряна, произошло настоящее чудо. Бездомная собака бежала по высокой бетонной набережной рядом с быстрой рекой. Заметив что-то в реке, пес подбежал вплотную к забору, но неожиданно поскользнулся и упал прямо в бурный водный поток. К счастью, собака не получила серьезных ранений и смогла ненадолго зацепиться за дно своими лапами. Однако течение реки в этом месте было очень сильным, поэтому сил собаки точно не хватило бы надолго, и вскоре ее утащил бы на дно бурный водный поток, не оставив ей шансов на спасение. Самостоятельно собака никогда не смогла бы выбраться на берег, так как бетонная набережная в этом месте реки была очень высокой. К счастью, в этот момент по набережной шел Максим, который без раздумий бросился на спасение несчастного питомца прямо в ледяную воду, только сняв обувь, чтобы не поскользнуться и не упасть самому с большой высоты. Трое других случайных прохожих с замиранием сердца наблюдали за происходящим, беспокоясь не только за собаку, но и за самого Максима, который ради ее спасения рисковал собственной жизнью. Максим медленно и осторожно приблизился к собаке, так как сильное течение могло запросто утащить его с собой. Когда мужчина добрался до пса, тот не сопротивлялся, похоже, сразу поняв, что человек хочет ему помочь. Максим схватил собаку двумя руками и осторожно пошел вместе с ней к берегу. К этому моменту еще несколько прохожих увидели бедственное положение собаки и отчаянно пытающегося помочь ей Максима. Люди поняли, что без их помощи смельчак с собакой ни за что не смогут выбраться обратно. Тогда трое мужчин перелезли через металлическое ограждение набережной и, взявшись за руки, сделали живую лестницу, чтобы дотянуться до Максима и собаки. Максим изо всех сил пытался поднять собаку к стоящим наверху людям, но, к сожалению, длины живой лестницы оказалось явно недостаточно, и попытки дотянуться до несчастного животного раз за разом заканчивались неудачей. Также сам Максим никак не мог дотянуться до рук пытающихся помочь ему людей, ведь другой рукой ему приходилось держать довольно тяжелое животное. Людям пришлось вернуться на берег и думать там, что же делать дальше. К счастью, эта необычная спасательная операция привлекла к себе внимание еще нескольких прохожих, а Максим попросил их сделать живую лестницу немного длиннее, чтобы он смог наконец до них дотянуться. Крепко взявшись за руки, теперь уже четверо мужчин снова образовали живую лестницу, а еще несколько человек на берегу поддерживали и подстраховывали их. Это было довольно опасно, так как если бы хоть один из мужчин не смог бы удержать руку другого, остальные тут же полетели бы в реку с большой высоты и могли получить очень серьезные травмы. Однако смелые жители понимали риск, но были полны решимости помочь Максиму и попавшей в беде собаке. К счастью, каждый участник живой лестницы успешно выполнил свою часть спасательной операции, и Максим вместе с собакой смогли ухватиться за руку одного из мужчин, а остальные помогли им выбраться на берег. Все очевидцы этого невероятного происшествия тут же зааплодировали и громко закричали от восторга. Вот так, благодаря слаженным и смелым действиям совершенно незнакомых друг с другом людей, в тот день удалось спасти жизнь тонущей бездомной собаки.